Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эрнесто, я продолжаю играть на Advance RPG Шоколад. И, в принципе, как я обещал, сейчас я ищу дом себе. Так вот, мне позвонил какой-то чувак, Денис Сазонов, 450, ты где? Я у больницы. Тут меня даже кто узнал, вот, пишет, ух, снимаешь, типа, давно не видели. Да. Так, ну и чё? Чё он предложит? Куда ехать? Денис Сазонов. Ну, за 450 было бы неплохо взять. У меня ещё на руках, считай, 900-ка останется. Примерно. Давайте к нему машину сядем. Пофиг. У меня зеленая мобила, ничего себе. Даже не знал. Звонок окончен, надо на туре надо сбросить. В гетто. Я так полагаю, он работает лицензиором, да, и он, походу, просто списывает дома, ходит себе, забирает. Потому что, насколько я знаю, кто работает в госфракции, дом нельзя иметь в гетто. То есть, армейцам, ментам, короче, и вот эти вот. Ушлепком. Ну, из мэрии. Или он меня хочет кому-то сдать из мусоров. Что-то он как-то странно едет просто. Так, я еще объяву еще одну подал зачем-то. На всякий случай перестраховался. Вдруг сейчас не куплю. Но надеюсь, что мы сейчас купим. Кстати, у меня наркотиков нету. Так. О, что, вот этот домик? Машина, это, я помню, вот тут ставится. Домик. Ну, Инта... А, Инта вообще отельная. Вот это вот херово. $450,000. Что, покупаем, что, да? Считай, мне продал ее, если гос 200к, он продал мне ее за 2x, можно сказать. Так, сколько там? Давайте откроем менюшку дома. Дом оплачено 26 дней. Воу, вот это вот хорошо, вообще отлично. Модель домашнего авто нету. Эконом-класс, город-область, стоимость. Ну, считай, что повезло чуть-чуть. Только вот... Ну, многие, наверное, согласятся, что Инта говно и вообще место. Не знаю, было бы прикольнее, даже если бы вот этот, например, домик был. Вот машина бы тут стояла, а не тут-тут. Машина будет у меня стоять тут-тут. Так, чё, давайте тогда его улучшим, раз на то пошло дело. Улучшить дом. Это у нас сколько уйдет примерно денег? Автоматические двери 8000. Домашняя аптечка. Да и пока думаю... Ну, еще можно вот это вот... Не, это даже будет лишнее. По идее, мне больше пока ничего не надо. Вот когда я буду куда-нибудь вступлю, там, например, или когда надо будет за дом уже платить, я уже, соответственно, прокачаю остальные уровни, то есть оформление субсидий, чтобы не платить там больше, платить половину стоимости за дом. И шкаф для вещей, когда я уже там буду, может, в банде где-то, или где-нибудь еще. Кстати, ребят, если у кого есть инвайт в банду, блин, то пишите мне в личку, не знаю, в ВК там, или... В игре меня ищите, номер мой, наверное, все знают, да? Мой номер, где? Вот, 814-300. Если у кого-то есть там инвайт связи, то без проблем можете написать, я буду рад. Только спасибо скажу. Ну вот. Так, сейчас что можно сделать? Желательно бы сейчас нам машинку прикупить. У нас есть 900к, в принципе. И что у нас тут продают? Куплю автомобиль марки Султан. Куплю дом любую. Так. Может быть, в натуре купить Султан. Уже считай. Ну, не бичарская машина. Около 600к стоит. 590 даже вроде с завода она стоит. С завода, говорю. С автосалона. Не знаю сейчас, куда я бегу, но
В крайнем случае нам надо добежать хотя бы до мэрии и взять такси. Чё он так остановился как-то подозрительно? Какой-то автомобиль продают за 17 тысяч. С какого-то бич-класса. Чё там за туса вообще, чё там за толпище стало? Беспредел какой-то. Ну-ка, чё у нас тут? Продаю дом в опасном районе. 570к. Блин, я уже купил, чувак. Так бы, может, прикольный был домик. Он самый. Кто он самый? Это же про меня, конечно же. Как по-любому про меня. Эх, не про меня, ладно. Так, как раз одна таксишечка для нас стоит. Продаю дом в опасном районе. Блин, мне кажется, вот этот дом был бы намного лучше, чем я сейчас купил. Ну ладно. Давайте просто ради прикола узнаем цену. Я знаю, что его в гос будет слить 1 000 000 булку вроде. Ну просто узнаем цена. На булку мне, естественно, не хватит. Она стоит 100 000, 200 000 где-то. В казино я рисковать не буду. Потому что я просру все деньги. Это же закономерность такая. Если ты поднял какой-то день, то на следующий ты просрешь. Ебать, что это было? И кто-то лайкнул что-то ВКонтакте. Ладненько. Купить бы Султан сейчас. Это, считая, сэкономлю 1050. Ну, вы сами знаете, что я ждать не люблю. Поэтому я, наверное, сейчас поеду в автосалон. Тем более, вон тоже люди ищут Султан. Им, наверное, нихера не продают. И сейчас вообще посмотрим, какие машинки есть. Там, может, купим... Не, ну, Султан самый оптимальный вариант. Там, считай, 4 двери. Все как надо, чтобы возить своих подписчиков. Короче, 3 человека влезет точно. Да кто мне там пишет? Кому я нужен? И так там 140 сообщений еще кто-то написал. Кстати, ребят, кому не отвечаю, не обижайтесь. Наверное, просто нет времени. Или желание, не знаю. Может, вы какую-то херню пишете, поэтому не отвечаю. Типа, наподобие. Эрнеста, привет, как дела? Ну, зачем на это отвечать? Ну, такие, как вы, блин, до хера людей. Понимаешь, там по делу. Пишут, когда люди... Так, где у нас автосалон? Что-то я задумался. Давайте в GPS введем. Так, развлечения. Или как там, общественные места. Авторынок... ЛВ премиум класса, то есть самый такой сочный, такой хищный. Сейчас доедем до него. Да, в основном я отвечаю только по счет рекламы, если пишут люди, и то не всегда, если они уже готовы прям взять. Ну и может быть иногда, если что-то там сотрудничество какое-то предложит. А так просто, как у тебя дела, я таких вопросов, ну, в день не знаю, сколько я слышу. Ну, не вижу я смысла на них, короче, отвечать. Поэтому вот так вот. Так, стоп. Да, все правильно, мы приехали. Их был бы мне сейчас дохерича денег, я бы себе и скин взял, и машинку дорогую, и бизнес, все, что захочешь. Все, что душа желает. Так. Может быть, вот эту вот залупу взять, я не знаю. Она стоит 850к. Буффало. Или же взять старый добрый Султан. Или же чё. Вот это у нас сколько стоит? Херня. 810 ЗР 350. Так, ребят, что-то у меня сейчас вкусы поменялись. Если честно, у меня вот сейчас глаз падает либо на Буффало, либо вот на ЗР, вот эту вот фигню. Вот, ну ЗР как-то покрасивее, да, будет? А это хищней такая смотрится, такая ощная такая. Блин, я же запутался, что мне взять. Давайте, блин, Буффало как-то, не знаю, вот у меня никогда не было этой машины. Давайте возьмем ее. Ну, я ее купил, вот дебил, ладно. 810к. Так, какой цвет ее можно покрасить? Может... Голубой натуре, что-то так же так-то смотрится, ничего так.
Можно попробовать. Голубой. В голубой покрасили мы ее. Гламурненько. Че, меня проигнорит? Да. Улыбается. Фу, мусор грязный. Макс, посоветуй какой-нибудь. Братан, бери буфало, отвечаю. Такой же бычара, как ты. Ладно, все, хватит. Так, такси, такси, уматываем. Давай, 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 садись. Ты че, конь? Пытается что-то сказать. Ехали куда-нибудь. Давайте на всякий случай, так. Как там? Set spawn. В собственном доме. На всякий случай так поставим. У меня, кстати, дом закрыт. Дом закрыт, да. Ну что ж, как я обещал, мы купили дом и машину. Вот. Ловили меня на слове, я это сделал. Ну, думаю, не знаю, что еще в этой серии можно сделать. Кататься на машине я просто не вижу смысла. Наверное, пробуем ее уже в следующей серии. Потому что у меня сейчас тоже дела есть и времени нету. Наверное, в следующей серии мы уже опробуем нашу машиночку, такую, как она там, ZR-350. Покатаемся, поморосим. Ну вот. Опа-на, красавчик. Вот, уважаю таксиста за это. Просто взял и сбил эту жирную свинью. Ну а что ж, всем спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх, потому что в последнее время очень мало лайков. 20-40 лайков. Вот, 20-40 лайков. Это что за вообще за дела? Мне же снимать не хочется. Так что давайте исправим ситуацию. Поставьте палец вверх, не поленитесь. И всем удачи, всем пока.